ну, что интересно, рассказывайте, с чего бы вам выкладывать. Ну, осторожно, осторожно, осторожно. Да, ёпта, дверь мать, осторожно. Делаешь, дверь открывается, что ты пихаешь? Ты что делаешь, ты? Пихается. Давай что отсюда, пихаешь? Шаруди. Ты что? Не понял, что за дела? Вот и я не понял, что дверь открывается. Смотри, езжай отсюда, мужик. Вызывай. Смотри, а? Полицию сюда вызывай. Сотрудник. Тебе что-то не нравится? Конечно, не нравится. Сотрудник. Что за беспредел? Сотрудник полиции вызывай. Хуй мне не нужны, чайкота. Давай без общайся нормально, понял? Вот езжай отсюда. Ты понимаешь, нет? Езжай отсюда, мужик. Машина здесь будет теперь стоять, понял? Вызывай. Езжай укладер. Отсюда. Вызывай. Езжай отсюда. Вызывай. Езжай. Машина здесь будет стоять, понял? Ну, что такого? ФСБ поставь. У желтой линии поставь там. Там запрещена парковка. Да? А здесь разрешено, что ты понимал, понял? А то другие мужики приезжают и не понимают. Я не хочу парковаться. Мужики приезжают и не понял? Понимают. Че за черт ставит машину, спрашивает. Да. Ну, понимаешь? Давай, езжай. Оскорблять не нужно. Я не оскорбляю. Машина здесь будет теперь стоять, понял? Тут 6 парковочных мест. Не для вас. Это для граждан, чтобы знал, да? Понимаешь? А почему так другие не поступают? В смысле не поступают? Вот эти вот таблички. Почему другие так не ладно, поступают, не ставят так, здесь мы сделаем бруще. Сейчас мы сделаем бруще. Мы возьмем сотрудников ГИБДД и оформим вас. Меня? Да, да, да. Вызывай. Да, так, сейчас мы возьмем. На душу мне не надо здесь ставить. У меня рабочее место здесь. Ну, стойте тогда. Руководство, кого-нибудь из руководства позови, чтобы я не с тобой общался неадекватным. Из руководства кого-нибудь. Начальник службы безопасности, кто у вас тут? Начальник ССО. Алло. Примите, пожалуйста, заявление гражданина. Серов Вадим Юрьевич. Да-да-да. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Такая ситуация здесь нехорошая. Я припаркован в ГУВД ходил. И возвращаясь в грубой форме, мне сотрудники охраны отсюда хотят выпроводить. Чуть ли не тут эвакуатор. В общем, тут моральное воздействие такое оказывали. И полностью хотелось бы, чтобы приехали сотрудники полиции, оформили по 12.33. Здравствуйте, вот как раз Андрей, администратор данного заведения. Здравствуйте, Андрей. Да, старший участковый центрального отдела. Игорь Геннадьевич, почему нарушаем закон? Потому что, чтобы люди правильно парковались, мы их паркуем, некоторые лица паркуют прямо на ступеньках, мы этому стараемся препятствовать. Инвалиды жалуются, у нас некоторые ходят, военнослужащие не могут спускаться. Для этого мы нарушаем закон, получается. Да, да? Мы не нарушаем. Для того, мы для того, чтобы... паркуем. Не, ну подождите. Ну вот сейчас стоит, главное, подъехала машина. Организован. Почему вот товарищ... Только пока что мы припаркуем, чтобы организованно. Подождите, парковку. Товарищ не мог припарковаться из-за этого. Кто? Весь... Кто? Вот. Ну, припарковался на ступеньках. Кто припарковался на ступеньках? Ну, да и вот. Да? Как же там спускаться? У нас люди на костыли обходят. На ступеньках припарковался. Я на проезжей части припарковался, не пытаюсь со ступеньками. Правонарушение прекращать будете? Движение. Правонарушение прекращать будете? Правонарушение? Да, вот сейчас происходит правонарушение, его нужно прекратить. А как это можно сделать? Очень просто. Убрать эти препятствия с проезжей части. Это нужно сделать прямо сейчас, незамедлительно. Как организованная парковка? Потому что начнется это будет неповиновение. Организованная парковка начнется здесь. Нет, мы сейчас говорим, ставить? Сейчас вы данное правонарушение будете прекращать убирать данное препятствие. Вы признаете, что это ваша конструкция? Это железная конструкция. Ваша? Вашего кафе? Нашего. Вашего, правильно? То есть вы признаете данный факт правонарушения, что вы поставили конструкции на проезжей части, верно? Не знаю, как поставил. Ну, это ваша конструкция, верно? Ну, предприятие, да. Ну, вашего кафе, правильно? Уборочные работы проходят. То есть вы можете сказать, что это ваша конструкция? Или вы это не ваша? Вы можете выйти отсюда с камеры? Не могу.
И общественное заведение. Нет. В общественном месте. Администрация заведения имеет право отказать в обслуживании любому посетителю. А мне надо обслуживаться. Давайте мы по сути проблем будем решать вопрос. А, здесь правонарушение. Я с вами не хочу общаться, можете обратиться к моему адвокату. Вы уберете препятствие к вашему адвокату? Вам никто не будет обращаться. Покиньте заведение. Будем отказывать заведение. Покиньте. Прекратите заведение. Правонарушение. Вы за это находитесь в общественном месте. Все правильно. В данном месте имею право осуществлять. Администрация может отказать вам обслуживание заведения. Да мне не нужно обслуживать, слава богу. Ну, покиньте. Не обслуживайте. Покиньте заведение. Сейчас мы сейчас о чем будем разговаривать? Да, гражданин пришел по заявлению со мной. По поводу вот этих конструкций железа. Потому да. что это нарушение закона. Да. Если кому уберут эти вас конструкции. Вас как по имени учится? Андрей? Андрей назовут. А по отчеству? Александрович. Андрей Александрович, будьте добры прекратить правонарушение, убрать вот эти железные конструкции. Нет, конечно. Пойдемте. Сейчас подумаем. Их с проезжей части нужно убрать. То есть их здесь не должно находиться. Да, 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 конечно. Это как доказательство. Да, я уже это все просто давал. Да, 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 конечно. Нет, молодой человек, их нужно убрать с проезжей части. Они Чтобы на проезжей части находятся. Забор. Они находятся забор, на проезжей части. Иди. Вы понимаете? Давайте мы вам поможем, хорошо? Я с удовольствием вам помогу. Спасибо. Раз у вас не в состоянии силы, гордость, я не знаю, как это назвать. Инструмент правонарушения. Спасибо, всего доброго, до свидания. Все, надеюсь, они больше стоять здесь не будут. Можете это гарантировать? Конечно, постараюсь организованно контролировать прилегающую территорию, уборку, парковку автомобилей, чтобы они не затрудняли. Не препятствовали движению. То есть данной конструкции мы там больше не видим, правильно? Движению людей на инвалидных колясках, на костылях. Вы можете четко ответить? Данной конструкции мы там больше не увидим? Конечно, нет. Отлично, спасибо. Я надеюсь, вы свое слово сдержите. Конечно. Спасибо, до свидания.